Неочевидная причина лишнего веса. Досмотри это видео до конца, ведь об этой причине ты даже не задумывалась. У кого так было? Пришла на фуршет, и даже если ты не голодна, ты постоянно что-то пихаешь в рот. Или приехала на отдых, all inclusive, все дела, и ты постоянно что-то ешь. Почему так происходит? Очень часто причина такого переедания кроется в наших родовых программах. Вы можете это не осознавать, это кроется глубоко в нашем подсознании. Например, такую программу вам могла передать ваша бабушка, которая голодала, жила в блокадном Ленинграде, и тогда для вас еда будет способ выживания. И тут очень важно убрать эту родовую программу, показать девушке, что сейчас вовсе не обязательно все доедать, сейчас нету дефицита еды. И только тогда, когда вы уберете эту программу, вы не будете переедать и будете стройнеть.